Привет, я иду получать посылку, которую мне привезли домой прямо. Вот, потом я расскажу, что это за посылка. Вот только что я приняла посылку, мы тут все пересчитали, сверили. Буду рассказывать дальше. Если вам это интересно, продолжайте смотреть. Итак, первое, это пудра от Catrice. Когда я ее увидела, я просто вообще, я обалдела. Очень дорогая упаковка, очень красиво выглядит. Я не знаю, сколько это стоит в Германии, там, где это производят. Скорее всего, это какой-то такой вот эконом-вариант. Но сейчас давайте заглянем вовнутрь. Внутри ничего нет, ни спонжа, ни зеркала. Это говорит о том, что продукт профессиональный, ребята. Может, как бы эконом в Германии, это и стоит очень дешево. Но это пудра-хайлайтер. Обязательно протестирую, покажу. Скоро у меня съемки, будут отчеты, фото и видео. Вот еще продукт. У меня есть один Catrice база под тени. Это вроде бы позиционируется как база под макияж. У меня, кстати, сегодня просто очень-очень много баз в наличии. Буду все тестировать и все как на духу расскажу. Покажу. Продолжаем смотреть. Вот это все продукты. Вот. Это все продукты Catrice. Я их взяла для работы. То есть не для личного пользования. Ну, посмотрим, как они выдержат мои изыски творческие. Это штучка такая для мытья посуды. Новая, экологически чистая, совершенно безопасная. Молочная сыворотка плюс ваниль. Вообще позиционируется как для мытья посуды, но у меня есть посудомоечная машина. Я недавно видела видео на канале Саян Ричардс. Это очень известный гример. Кстати, у нее подписчиков меньше, чем у меня. Но это просто реально величайший гример из тех, которые есть на планете в данный момент. Это один из величайших гримеров. Сходите обязательно, поставьте ей лайки, посмотрите промо. Вот она, кстати, позиционировала лондонский шампунь для кистей. И вот он как раз содержал в последней версии молочную сыворотку. И это позиционировалось очень-очень круто. В общем, я попробую этой штучкой мыть кисти. Вот так. Я думаю, что все хорошо получится. L'Oréal мицеллярный гель. Приобретаю второй раз. Никаких нареканий, никаких проблем. Все очень хорошо. Вот сейчас в данный момент гель выглядит слегка мутным. Я думаю, скорее всего, это потому, что вот его везли в машине. Не в салоне, а скорее всего в багажнике. И он слегка замерз. Я думаю, когда он маленечко отогреется, он станет такой, каким я его привыкла видеть. Очень классный продукт, я уже писала, поищите у меня на стене ВКонтакте, есть отзыв такой подробный вообще про этот гель. Вообще классная штука, вообще рекомендую. Вот такой сухой шампунь от Schwarzkopf. Вообще я заказывала другую марку, но, видимо, ее не оказалось, поэтому мне вот заменили на такой вот с Клаудией Шифер. Это прикольно, спасибо. Актуальный фиолетоватый оттенок на флаконе, что, кстати, настраивает нас на модные тенденции, модные волны. Попробую, почему нет. Это миниатюрка Burberry. Вот. Жду не дождусь, чтобы ее открыть. В общем, девочки, разбор конкретно каждого продукта это в моих будущих видео. Если вам интересно, подписывайтесь. И вот такие еще штучки, тканевые маски для лица. Заполнитель морщин позиционируется как бренд, называется «Секреты Лан». Вот посмотрим, что у них там за секреты.
крайнем случае мы это рассекретим. Профессионал вроде как рекомендуется. Ну, я думаю, да, если модель взрослая, если личико не очень свежо, да, то такая штука может предшествовать макияжу, там, не знаю, на некоторое время посадить модель, нанести такую масочку, и потом все будет окей. Вот. Рекомендовать пока рано. Те девочки, которые увидели в интернете вот это масло «Роскошь питания L'Oréal экстраординарное», побежали быстро и схватили. И я тоже, кстати, уподобилась им, побежала, значит, и схватила даже по ошибке два масла. Ну, как-то так получилось. В каталоге, видимо, два раза нервно нажала на кнопочку, и у меня в корзинке оказалось два масла. Когда потом я так маленько успокоилась, думаю, надо посмотреть, что говорят, что пишут вообще так. Хотя я как бы доверяю этой марке, она не сделала ничего для того, чтобы ей не доверять. Но именно парочка классных обзоров мне сказали, что эти продукты работают окей только вместе. То есть, если просто использовать одно масло, ну масло да масло. А сверху рекомендуется наносить вот этот крем, поэтому я позвонила на каталог Эрмак, я позвонила оператору и сказала: будьте добры, пожалуйста, поменяйте мне одно масло на крем. И, ну, там еще кое-что заказала, потому что когда я заказывала, этого не было. И просто буквально в тот день, когда я оплатила и на следующий день зашла поменять вот масло на крем, я вдруг увидела продукты, за которыми я очень давно охотилась. Я вам сейчас их покажу. Все визажисты хотят попробовать это. Я тоже, разумеется, не исключение. Это три продукта от Art Visage. Это их последние новинки. Подробнее я напишу под видео, где их можно найти, где можно по ним задать вопросы. И вам обязательно ответят. Это в их группе ВКонтакте. Вот, я прямо сгораю от нетерпения. Очень хочу попробовать. Очень хочу обязательно вообще там, я не знаю, намазать, посмотреть текстуру. Ну, в общем, визажисты меня поймут, что меня аж прямо вот сейчас немного подколбашивает. Очень хорошая, красивая упаковка, реально очень нравится. И я счастлива, что это у меня есть. За год с сентября. Я все время считаю, как учебные года, потому что у меня школа моделей. Вот, за год это второй. Использую не каждый день, но я рекомендовала бы девочкам обратить внимание на этот продукт. Стоит он где-то в пределах 300 рублей. В общем, очень хорошая штука. Это опять уже какая-то новая упаковка по сравнению с той, которая у меня сейчас. И я думаю, что он меня не разочарует. Вот такая маска. Для всех типов кожи, уже приобретаю не первый раз. Довольно. В целом стоит продукт недорого, очень хорошо увлажняет, и я пробовала их две, в частности там есть с огурцами и вот это вот вторая, дрожжи, овсяное молочко. Мне вот это идет больше. Я за время вот с сентября где-то ориентировочно я использовала всего, это третья маска вот по март. Объем очень большой, хватает надолго, рекомендую. Забыла показать самое главное, это подарок. Если ваша посылка или там ваш заказ превышает какую-то определенную сумму, она все время меняется на Эрмаге, вот вам дарят такую штучку. Она называется просто так. То есть это просто подарок. Вот у меня в данном случае тут такой вот симпатичный гель для душа и крем для ног от Neutrogena. Спасибо, Эрмак. Вот мои покупки. Все показывать не буду. Сейчас я их еще все профотографирую. Вообще я вас всех люблю. Целую. Весна стучится уже не только в наши форточки, но и в наши двери и сердца. В общем, всех с весной. И до связи.